Приветствую вас. Ну, вам ответили коллеги по поводу того, что у вас может быть. Вам ответили мои коллеги по поводу того, как обстоят дела у вас. То есть, как бы с их точки зрения, получается так, что вы поставили себе блок. Ну, так, по крайней мере, считают они. Вот. Ну, действительно, вы переволновались, действительно, вы чувствовали себя очень уязвимым, негативным, вследствие чего и получилась такая история, да? Значит, что вы стали, ну, бояться, вот, вы стали бояться неудачи, и в данном случае, ну, мне кажется, это в общем и целом вполне нормально. Вот. Только есть, скажем так, некоторая проблема, да? То есть проблема заключается в том, что у вас еще до того, как появились данные симптомы, были определенные аспекты. Вот. То есть, вот как вы думаете, по какой причине вас так сильно напугало, ну вот, неудача, ну неудача и неудача, да, ну и что такого-то, собственно говоря, почему она вас напугала, из-за чего она вас напугала, вот. Как вы себя почувствовали тогда, в тот момент? Какие мысли в голове появились? Да, да? Вот давайте я сейчас зачитаю. Смотрите. Так. Значит, этот момент меня, ну, очень напугал и взволновал. Чем? То есть вы что-то потеряли для себя в этот момент. То есть вы почувствовали, да, что чего-то лишились, вот, видимо. То есть почувствовали себя хуже. Вот. Значит, чем было до этого. Понимаете, да? Вот. И вопрос заключается в том, что для вас значит секс. Знаете? Вот. Вы говорите, что смотрите.
Значит, так. Всю следующую неделю тревожные мысли висели камнем и не давали мне покоя. Тревожные мысли. О чем? Какие? О сексе? Вряд ли. Потому что с сексом у вас все хорошо. Вот. Как вы, я надеюсь, понимаете. А значит, дело в том, каким значением вы наделяете секс. То есть, что через него вы пытаетесь доказать, показать. Ответ, я думаю, лежит с одной стороны, в том, почему вы поспешили, да, ну, то есть, из-за чего вы поспешили, да, то есть, ну, вы же поспешили начать половой акт, вот, значит, вам это было нужно, получается. Если вам это нужно, значит, вы как раз таки чего-то хотели. Понимаете, не самого секса, скорее всего. Не самого секса, нет, я не думаю, что здесь дело именно в самом лишь только сексе. Я думаю, что дело здесь, еще раз повторю, в том, чем вы, значит, наделяете этот самый секс. Понимаете? Вот и, собственно говоря, все. Поэтому начните помощь, если можно так выразиться, да, помощь себе, начните с этого. Вот. О чем я думал тогда? Это для меня было так страшно тогда, что именно меня напугало тогда? Не сама проблема. Я более чем уверен, что сама проблема вас не напугала, нет. Я думаю, что дело здесь не в самой проблеме, на самом деле. Вот. Я думаю, что дело в том, что за этим стоит. Вот. Поэтому вот это нужно разбирать. Для вас. Понимаете? Вот. И если это будет разобрано, то я полагаю, вы сможете увидеть, чего вам не хватает. То есть, что именно вам нужно, что вы вкладываете в секс, чего нужно добрать вам, где нужно доработать, вот, потому что секс — это только секс, и не более того, вот. Но вы вкладываете в него явно больше, и я хочу понять, что именно. Предполагаю, что
Предполагаю, что, значит, скажем так, вы, ну, смотрите, имеете достаточно слабого отца, либо отдаленного, то есть вы не близки с отцом, скорее всего. Ну, достаточно полно. Вот. Либо он от вас, скажем так, отдален. Вот. И вы имеете маму, либо властную маму, либо подавляющую маму. То есть мама у вас, она либо ну, как бы такая достаточно жесткая, вот, либо она у вас склонна все подавлять. Вот, и, соответственно, вы переняли это у нее. Ну, это, конечно, из области предположений пока что. Я здесь могу ошибаться. И, соответственно, секс, значение секса также нужно раскрыть. Ну, для вас, вот какое значение для вас имеет секс, да? То есть, как вы его воспринимаете, опять же. Вот. И, соответственно, это, в общем-то, достаточно важный момент. Которые необходимо разобрать. Вот через это я и предлагаю раскрыть то, чего вам сейчас не хватает. Для того, чтобы быть, ну как бы, для того, чтобы быть в гармонии с собой. Ну, в принципе, было бы важно, если вы раскрыли бы для себя значение ошибки. То есть, как я отношусь к своим ошибкам. Ну, вообще, вот, то есть, ну, что они для меня значат, ошибки, ну, и, соответственно, вот, все это нужно корректировать вам. Понимаете, какая история? И вот тогда, когда вы разберете то, что происходит, я полагаю, что проблема будет
решено. Для вас, по крайней мере, решено будет. Потому что вы увидите, что стоит за проблемой вашей. Вы увидите, что за ней стоит. Понимаете? Вот. Вот я думаю так. Потому что, ну, я надеюсь, вы сами отдаете себе отчет в том, что просто так, да, ничего не происходит. И если это произошло, значит, причины были до этого, до того, как вы начали еще заниматься сексом, понимаете? Вот. Так, значит. Ну, соответственно, все остальное это уже следствие. Врачи, помогите мне научиться избавиться от волнения страха, которые практически уничтожили половую жизнь. Понимаете, ну, избавиться, да? Это что значит забыть, да, отпустить, вот. Я считаю, я придерживаюсь того мнения, что ваша проблема от этого не исчезнет. Избавитесь вы от этого, от этой проблемы, она появится в другом месте. Уберете вы эту проблему, и, соответственно, она будет в другом. Понимаете? Поэтому избавляться не нужно. Нужно раскрывать значение того, что у вас вот все происходит. Секс это, еще раз повторю, секс это всего лишь следствие, как и стосом. Это следствие, понимаете? Потому что, ну, ошибки, да? Вот. У людей. Они бывают. Знаете? Вот. Но ошибки, неудачи случаются. Это нормально. Но далеко не все люди реагируют на них так. Поэтому то, что вы отреагировали таким образом, и говорит о том, что у вас есть какие-то противоречия, какие-то сложности, понимаете? Вот. Я думаю, что вот так вам можно ответить. Ну, на ваш вопрос. Вот. Значит, что касается того, стоит это или нет, знаете как, было бы вам лет побольше, да, то есть если бы вам было лет 30-40, у вас возникла такая проблема, да, я бы сказал, да, стоит. Но. А так нет, дело не в, то есть не в сексе, абсолютно. Вот, разбираться себе, ну, вам. Так что Вы можете выбрать двигаться в сторону тех способов, которые предложили мои коллеги, а можете двигаться в сторону, которую указал я. Она дольше, она длиннее, она продолжительнее, но зато и результат, соответственно, будет тоже лучше, результат будет длиннее, результат будет постоянным, и он никуда не уйдет. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.